Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Забираем с собой ежедневные награды. Так, и давай-ка посмотрим. Да ладно. Сегодня уже вторник. Почти уже закончился. И до сих пор не починили. Вот это меня уже настораживает на самом деле. Ладно, давай с тобой откроем пак. Ну что, остается только опять же, ребята, фармить арену. И больше ничего. Испытаний нету. Как назло. Так, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся по серии испытаний. Так, может быть, нам вместо Рафаэля лучше взять Усаги. Так будет практичнее и быстрее, на самом деле. Так, ну что, значит, будем с тобой пытаться идти к первому топовому месту, пока у нас все здесь не работает. Ну, я надеюсь, хотя бы завтра или послезавтра починят. Так, ты посмотри, Маузер, ты что сделал? Маузер взял всех и залечил. Так, Бакстер Стокман падает. Теперь давай накажем Маузера. Не наказали. Так, Бакстер его пробил. И Футовец падает, отлично. Так, переходим с тобой на вторую волну. Здесь у нас Рокстеди, Бибоп и Крысиный Король. Наверное, надо вырубать в первую очередь все-таки Бибопчика, я думаю. Потому что он самый тут, так сказать, хитрый, самый шустрый и самый, так сказать, больно ударяющий персонаж. Так, давайте теперь сюда ударим. Вторую атаку добивочную и минус клан Футовиц. Все, друзья мои, здесь мы прошли замечательно. Серия испытаний у нас пройденная. Так, теперь будем искать элементы именно на нашего, как обычно, Донателло, космос. Так, и поднять еще надо будет уровень, да, персонажу. Так, ну что, где у нас Донателло, космос? Кстати, сколько мутагена? 21 тысяча, нам не хватит с тобой? Нужно 26. 26600, чтобы быть точнее. Значит так, нам нужно с тобой найти 8... джойстиков. Поехали. Так, тут выпадают нам учебники. Здесь ничего, что нам нужно. Крюк-кошка. Замечательно. Походу дела, меня решили кинуть, да? И не собираются даже давать, прикинь. Просто не хотят. Вот. Джойстик один. Тут геймпад. Ага, джойстик второй нам выпадает. Третий. А нужно сколько? 6, да? Третий. Да ну. Все, ребят, по-моему, дальше нам ничего не светит. Четвертый. 4 джойстика мы с тобой... А, 8 даже нужно. Но мы уже выполнили задание, поэтому давай забирать награды. Так, поднять уровень персонажа. Ну что, уровень персонажа можно самому-самому маленькому и слабенькому. Это у нас доктор Роквелл. Можно его прокачать до 55 уровня. Все, ребята, отлично. Забираем здесь остатки от наших наград и переходим с тобой. Кстати, сколько у нас монет? А, 49. Маловато, конечно, маловато. Поэтому нам остается только лишь играть на арене. Кстати, нас скинули на Лигу Самураев 3 звезды. Прикинь, вот так-то. Не дают, короче, мне, да, расслабиться. Ну что, я возьму, наверное... Нет, не будем мы брать Шредера. Сам прекрасно видишь, что у нас здесь 48 и 50 уровни. Давай попробуем сыграть вот так. Лишь бы не лопухнуться, на самом-то деле. 5 уровней разницы между нами. Это очень-очень мало, ребят. Так, ну что, начнем с дебафа. Начнем с дебафа. Как ты видишь, мы понизили им защиту, атаку. Но этот сейчас атаку повысил. Так, Рафаэльчик не хочет падать. Хил, у них есть хил? У них хиллера... Так, Эйприл. А давай-ка мы вот так вот сделаем. Все. Пускай забудут, что такое хилочка. Ух, 2 минус. 3 минус. Эть, обломалась, да, Эйприл? Она
Ну, я хотел хильнуть, но, видишь, не сработало, потому что мы запрет повесили на отхил. Так что, друзья мои, Эйприл просто-напросто в холостую потратила свою способность к отхиливанию. Ну что же, а мы с тобой тогда двигаемся дальше. Так, и позиция у нас... Блин, я думал, перескочим. Прикинь, чуть-чуть нам не хватило, чтобы оказаться в Сёгунах. Так, ну что, здесь 14-18, я думаю, что вот. Есть 15-19, и смотри, здесь уже 50-е уровни, да? 51-й даже есть, поэтому давай мы с тобой возьмем Макмана, Майки Космос, возьмем Рафаэля, Леонардо и Пиццелицева. Будем приблизительно на равных с ними не драться, чтобы было бы интереснее, да? Ну а как только отыграем, естественно, будем уже с помощью супершреддера наших основных малышей прокачивать. Так, ну что, Майки, давай. Ну, в принципе, неплохо, да? Вот единственное, что у меня... У меня есть хиллер-то вообще. Есть, это Рафаэль. Кого бы тут вырубить? Надо морозилку, в принципе-то, как бы ушатывать. А ну-ка, если вот так вот сделаем... Отлично. Так, вот слышь, это плохо. Воу-воу. Парнишка, у меня нету провокации, ребят. К сожалению. Я боюсь, сейчас Рафаэля ушатают. Мне почему-то так кажется. Да, Рокстеди постарался, засранец. А во всем виноват слэш. Во всем виноват был слэш, ребята. Слишком мощно он звезданул по нашему Рафаэлю, и тот сплоховал. То есть... Львиную часть здоровья у него отобрали. Ладно, ничего страшного. Так, Сёгун, одна звезда. 95-я позиция, это всего лишь я, получается, сколько? 6 ступенек пролетел, что-то как-то мало, если честно. Так, ну здесь, смотри, опять вернули меня к 48-47 уровням. Берем Леонардо, возьмем Донни, Алапекс, Рокстеди и... И возьму, наверное... Блин, кого лучше взять-то лучше, а? Давай Донателло возьму. Донателло 54 уровня. Так, и у них тоже есть Донателло. Ну что, поехали. Начинаем, естественно, с массовых атак. И как можно быстрее нам нужно уничтожить вражеского Донателло. Ролевого. На нас еще и дебаф повесили. О-ля-ля, вот это плохо, ребята. С дебафом-то нам будет не очень сладко. Ну-ка. Да что ж такое. Ну-ка, кофемашина. Я думаю, что это будет финалочка. Да господи, как они выжили-то, а? Донателло и Бибоп выжили, умудрились. Ну-ка, давай поджарим их. Отлично. Да, сопротивлялись, конечно, ребятушки до последнего. Но от нас, как говорится, не уйдешь. Ну что же, двигаемся дальше. И какая у нас позиция? 70-я? 72-я. Так, 15-19. Дадите мне что-нибудь посерьезнее. Там, например, 15-20 или 16-20. Нет, скорее всего, да? Ладно, беру вот этот отрядик. Тут, как ты видишь, и 51 уровень есть, и 48. Поэтому можно, в принципе, сделать 1, 2, 3, 4... И 5. Пит здесь нужен обязательно, ребята. Он будет у нас играть в роли доктора. Хилять. Так, ну здесь обычный удар. Так, что-то мне не нравится этот обычный удар. Так, понижаем. Ну, только двум понизили мы с тобой атаку. Так, будет хилять? Ну, естественно. Естественно, будет хилять. Но он хиляет, на самом деле, очень слабо. Так, погоди-ка. А если мы возьмем с тобой провокацию? Давай-ка я вот так сделаю, пожалуй. Провокация нам здесь нужна будет. Угу. Нет. Не пробьете его, Леонардо. Леонардо сам по себе очень сильный, поэтому фиг у вас что получится. Так, ну что? Поехали. Блин, непробиваем, а? А кто повесил двойную атаку? Я не понял. Почему у них двойная атака есть? Непонятно. Да что ж ты будешь делать-то? Давай вот так вот, может быть, пробьем, а? Ага.
Это только одного мы уничтожили. Так, ну теперь, наверное, массовую атаку волной сделаем. Блин, дебафы на них не вешаются, потому что у них и висит иммунитет, ребят. Опа, а у нас что? У нас провокация закончилась. Да отвалите вы, а? Ты посмотри. Так, придется на тебя, братюшка, брать провокацию. Пускай теперь пробует тебя пробить. Слушай, мы уже можем негатив. А, у нас уже все. У нас нету больше негатива, поэтому давай, наверное, залечимся. Отлично. Так, щит кидани. Слушай, а щит еще и оглушение имеет. Слушай, а вот это хорошо. А я не знал, что щит может еще и оглушить. Так, мы добьем этого Рокула. Да, добили. Так, остается Рафаэль и Бибоп. Массовая, конечно же, массовая. Ох ты, с постепенным уроном. Так, срочно хиляемся. Так, фулл хп. На тебе. Так, ну что, Бибоп, остался только ты. Снимем с себя весь негатив. Поехали. Так, берем опять провокацию. И вертушка. Так, и добивка остается только. Да ладно, не пыхти тут. Оглушил все-таки на дорожку, да, моего Леонардо. Ну, согласись, довольно прикольный был поединок. Не быстрый. Не так, как это бы сделал Супер Шреддер с одной каточки. Ну, такой. На равных практически мы были, но все равно мы выиграли. Так, давай посмотрим, кто у нас дальше пойдет. 15... Блин, ну пора уже, по-моему, вот, 15-20. Здесь маузеры. Так, возьму, наверное, Паукуса. Возьму Дони. Так, мутагеноида возьму. Кирби, наверное, нам надо будет взять здесь на всякий случай. И Майки. То есть в этой команде у меня есть все. И лекарь, и провокатор. И бафер. И массовик, естественно, да? Сделаем с тобой вначале вот эту вот. Атаку повысим. Атаку повысим всему отряду. Так, он то же самое делает, да? Вражеский Микеланджело. Окей. Так, бросаем паутинку. Меткость понизили. Теперь по земле удар. У-ху-ху-ху. Ребятушки, ребятушки, вам же... А, решил хильнуть на дорожку. Но я думаю, что тебе это не поможет. На, вынесли просто с удара. Так, Майки, ну ты не вырубишь его, да? Ну, естественно, не смог ты его вырубить. А он вот такой вот нам делает удар. Ну-ка, плевок. Все. Паукус его плевком одним просто вынес. Вышибил, как говорится, из седла. Ну что ж, тогда двигаемся дальше. С 49-й позиции мы перемещаемся на 25-ю. На 25-ю, давайте мне уже 15-20, ну серьезно. Вот, есть такое дело. Но уровень уже, как ты видишь, 56-й. Тут максимальный 56-й. Что делать-то нам, а? Ну тут, наверное, придется нам все-таки воспользоваться услугами зэка. Почему зэка, ребят? Ну потому что, во-первых, он будет ходить первым. Инициатива у него просто офигенная. Он самый, по-моему, быстрый всех, даже если брать Микеланджело. Он все равно, по-моему, быстрее его ходит, да? Во-вторых, как ты видишь, он наносит неплохой урон. И вырубить нам нужно с тобой морозилку. В первую очередь морозилку. Почему? Потому что она хилер. Да. А если бомбочку кинем? Да чтоб тебя. Нам нужно добить морозилку как можно быстрее, иначе она сейчас хилять будет. Есть. А теперь попробуем вот так вот добить их всех крысиной атакой. Отлично, блин, отлично. Ну, Дони выжил, да? На, отдохни. Ну, что я тебе скажу, отличненько мы здесь поиграли. Очень хорошо, и двигаемся с тобой дальше. Ну, естественно, будет уровень уже выше. И нам тоже надо будет брать посильнее кого-то, опять. Где-то я уже такое видел. Так, нет, уж давайте 15-20. Ну, серьезно, ну... Вот, вот, кстати, был здесь. Пропустил. Так, возьму я вот этот лучший отряд.
Так, ну что, здесь будет достаточно, наверное, раз-два. И 50. Раз, два, три. Вот так вот. Я надеюсь, ребята, что мы с вами успеем с двух атак именно от Кунаичи и Змейка Вьюна ушатать здесь. Ну-ка. Отлично, так, теперь Змейка Вьюн. Идеально практически, да? И Шредер их должен, в принципе, добить. Все. Так, ну что, теперь нам остается следующее. Брать Супер Шредера и отыгрывать наших слабеньких персонажей, которые там стоят и ждут своей очереди. 79-я позиция. В бой. Тем более у нас 34 отката. Возьмем вот этот отряд. Супер Шредер. И вместе с ним идет... Ну, начнем, пожалуй, с самого, как говорится, конца. С самого конца и уже на начало пойдем. Тут даже разговоров никаких не будет. Супер Шредер сразу же начинает делать свою супер ульту. Вырубает, и мы проходим дальше. И таким образом мы быстренько здесь с тобой допройдем всех. Допройдем и при этом еще будем повышаться по лиге. Так, ну что, какие планы? В Лигу Мастеров две звезды, наверное, нам сегодня нужно зайти. Я думаю, это будет справедливо. Так, опять Супер Шредер. Раз, два, три, четыре. После Супер Шредера можно будет взять, в принципе, Армагон или Усаги. Мне кажется, они тоже справятся вполне с 56-ми, с 60-ми даже уровнями. Для них это, в принципе, не должно быть никакой проблемой. Тыдыч, отлично. Блин, вот самое обидное будет, если, ребята, эта неделя будет у нас запорта вот этим вот багом, что нельзя фармить Супер Шредера. Я знаю, что многим бы он очень пригодился бы. Как говорится, такая уникальная неделя, да? И нельзя его получить. Хорошо, что он у меня есть. Как бы я не особо расстроен, а вот за вас как-то мне немножко грустновато. Так, ну что ж, давай тогда мы возьмем. Раз, два, три, четыре. Поехали. Ну, Армагон, естественно, свой волнчик закинет один раз, и все, и здесь будет гора трупов. Никто не устоит. Не должен никто устоять. Да. Потому что это Армагон. Так что мы с тобой движемся дальше. Окей. Так, позиция у нас 14-я. Значит, еще бой, и мы с тобой перейдем на новый ранг. Так, возьму здесь Леонардо. Так, тут точно, да, тут все отыграно. Раз, два, три, четыре. Тут то же самое, ребят. Леонард один справится. Все, просто он сделает свою вертушку и все. Больше никаких проблем здесь не будет. Давай, Лео, жги. Отлично. Так, ну что, сколько нам там? Ну, в принципе, сейчас мы уже перейдем с собой на новый ранг. Именно все внутри звезды. Местечко у нас 92-е. Прекрасно. 16-21, я вижу, здесь у нас есть. И Усаги. Хотя, подожди, знаешь, что мы сделаем? Нет, Усаги все-таки. Нам нужно отыграть. Когда вот этих всех отыграем, там уже можно будет что-нибудь экспериментировать. А пока ничего не будем тут изобретать. Единственное, что я не уверен, что Усаги сейчас всех именно подобьет. 64-й уровень как-то уже напряжно. Ну, надеяться будем, конечно же, до последнего, что он справится. Так. Вот тебе и... Блин, ребята, вот косяк. Вся надежда на твой баллончик. Ну, постепенный урон, да, отлично. Так. Вырубишь, Раф? Мне нравится, как он встает в стойку. Он выстрелил, потом такой деловой откинул свой бластер и встал в такую стойку, типа, ну давайте, ребята, что вы, типа, мне сделаете? Прикольно довольно смотрится. Так, ну что, и местечко у нас 72-е, неплохо. Неплохо. Так, 16-22 уже тут. Раз, два, три. Что я делаю? Мне же нужно
отыграть еще. Там же еще не всех. Раз, два, три, четыре. Да? Точно у нас больше никого нету? Нету. Поехали. Так, Бакстер Стокман, Донателло, Майки, Лео и, конечно же, Бибоп. Да ладно, как так-то постепенно урон не повесил? Шреддер, это на тебя вообще не похоже. Это, блин, твою налево вырубит, да? Да ладно. Роквелл устоял? Как он так умудрился, ребята? Роквелл устоял, ты понимаешь? После удара Леонардо. Это что-то с чем-то, я вот серьезно тебе говорю. Тем более, он был 66 уровня, а Роквелл у меня был 55. То есть на 11 уровней разница. И он даже вообще ему практически ничего не сделал. Удивительно. Так, ну что, мы с тобой переходим на 52 место. Здесь у нас 16-21. Вот это я возьму лучше. Так, ну уже можно, ребята, отыгрывать смело вот этих вот наших ребят. Они, в принципе, только и остались. Так, ну, в принципе, должны мы их здесь вырубить. У них 61 уровень, у нас 67. Начнем с массовых атак, естественно. Так, Шреддер заряжает клан Фуд. Так, тигриный коготь. Нам нужно морозилку, ребята, уничтожить. А получилось на все наоборот. Мы всех уничтожили, морозилку в самую последнюю очередь. Замечательно просто. Да, не ожидал, конечно, такого поворота. Ну что же, переходим с тобой на 33 место. 33 место. Так, и возьму, наверное, я вот эту команду. Раз, два, три. Да тут уже все. Все, тут уже пошли у нас топовые персонажи. Так что... Естественно, здесь их мы запинаем просто на изи. Единственное, что получается коротенькая серия. Ну, сам понимаешь, кроме арены нам больше ничего не доступно. Пумс. Так. Атаку он повысил, да? Уклонение, что ли? Ё-моё. Вот это да, ребята. Вот это вот он повесил уклонение. Так, нам тогда теперь попробуем через метеорит. Может быть, кого-то все-таки заденем? Задели. Я вот не знаю, стоит ли мне брать провокацию. Наверное, не стоит. Единственное, что я, наверное, сделаю вот так вот. Критовку себе повысим. Отлично. Так. Этот в инвиз уходит. Это хорошо для меня, это хорошо. Пускай он лучше в инвиз уходит, чем будет делать какую-то атаку. Так, плюс шар из другого измерения вызывает. Ну, а теперь наша очередь. Поехали. Опа, минус Пит. Дальше минус Лео. Дальше минус Майки, наверное. Да. И попробуем вырубить Донни. И остается вот этот вот малыш Майки. Тыдыч, все. Разыграли как по нотам. Вот я тебе что могу сказать. Все отлично у нас получилось. Никто не промахнулся, все круто. Так, и позиция у нас 12-я. Точно. Поехали. 16-22, да? Есть такое у нас. Раз, два, три, четыре, пять. Подожди-ка, мы с тобой в прошлой серии тоже, по-моему, дошли до Лиги Мастеров, да? Одна звезда. И все, здесь что-то похожее у нас получается. То есть дальше мы с тобой не рванем. Слушай, давай-ка я, наверное, баф повешу на нас. Так, в ответочку. Теперь из России с любовью. Круто, бомбит. Прям вот нет слов. Все, 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 все. Мы их тут запинали. Ну что, у нас, по-моему, остаются там два персонажа. Как говорится, не в удел, не сыграны их. Я не знаю, будем ли мы их отыгрывать или нет. Сейчас посмотрим. Лига Мастеров, одна звезда. Я нас с этим поздравляю. Так, ну если, например, даже я возьму вот эту команду. А, нет, у нас не два, у нас три персонажа. Ну, ради трех можно, ребята, откат сделать, да? Давай возьмем Усаги.
И давай возьмем, например, Армагошу. Вот этими двумя персонажами, так сказать, основными мы с тобой должны разрулить. То есть ходит Усаги, и потом Армагоша у нас, естественно, на добивке. Так, разруливает. Хопа. И добив... Тихо-те. И добивочный. Бу-бух. Все, друзья мои. Все как в аптеке. С точностью до миллиметра. Так, сейчас посмотрим, на какое мы место с тобой приземлимся. Завтра, мы с тобой уже, наверное, попадем в Лигу Мастеров 3 звезды. Хотелось бы именно так. Ну, вроде бы и все, друзья мои, на сегодня. Так, единственное, знаешь, что я хочу еще сделать? У нас... А, отлично, мутагена хватает, поэтому... Вот так вот. Все. Теперь уже действительно можно закругляться... И увидимся уже в следующей серии. Так что всем пока, ребята.